Так. Давай мы сейчас вот так. Что у меня остается? Ну что? Так, давайте, давайте. Сегодня денечек обещает быть жарким. Как я и обещал, сегодня будет прямой эфир очень интересным и очень увлекательным. Ждем, когда присоединится моя подруга. А пока можно выпить сейшельский коктейль. В принципе, кроме сейшельского коктейля здесь пить и нечего. Дабы поднять себе настроение. Ой, хорошо. У нас здесь все прекрасно, погода радует, дождей нет. Если бы вы видели, как здесь все у меня стоит, вы просто бы поржали. Так, ждем, значит, Алену. Аля. Ждем мы Алену. А пока мы ждем Алену, я поговорю с вами. Значит, у нас все в ожидании того, когда же мы наконец-таки все улетим домой. Ну, не все, конечно, хотят домой, но, честно, я очень хочу домой. Я по всем так соскучился. Родные края. Я представляю, как вы устали сидеть дома. Уже сдыхаете от того, что вам нечего делать. Кто-то уже просто сходит с ума. Так, Аленчик, ну где же ты, где же ты? Так. Сразу хочу предупредить. Сейчас со мной выйдет на связь человек, который очень сильно боится внимания, очень скромный и ни разу в таких действиях не участвовал, поэтому... Не пугайте его, а то я останусь один в прямом эфире. Так, ну где же ты, где же ты? Где же ты, дорогая моя? Так, давайте вот так попробуем. А ее все нет и нет, а я все жду тебя. Сижу и жду тебя. Не представляешь, как мне хорошо, когда ты страдаешь, а я жду все еще. А ее все нет и нету. Ален, если ты здесь, дай о себе знать, пожалуйста. Ибо я уже устал в ожидании быть. О! Пожалуй, можно начинать. Ты моя хорошая. Так, давай, выходи со мной на связь. Йось, ты ненормальный. Ты ненормальный. Ты сказал мне, чтобы я зашла и тебя пригласила. Я так и сделала. Серьезно? А в итоге ты меня ждал на своей странице. Ну, конечно. Это называется, мы уже с тобой не виделись около 2 лет. Да. Ну ладно, меньше. Так. Ну что? Ну, для начала предлагаю выпить за встречу, потому что мы с тобой очень давно не видим. А хочешь пить? В смысле выпить? Я не подготовлена. Нет, я не буду сейчас пить, потому что у меня вода. Я вот. Я понял, да, ты подготовилась. Так, друзья, это Аленка, и сегодня у нас будет жесткий батл. Мы подготовились очень хорошо, не знаю, как получится. Где-то будет импровизация, где-то нет. Так, значит что, начнем с первого задания? Ты понимаешь, Йось, подожди, на секундочку, ко мне уже присоединилась куча людей у меня, и им пришлось, их всех мне пришлось, ну-ка, а, вот, Маша зашла. Ну, короче, кто-то отлично. Понял, что... все свои... Ой, подожди секунду, я надену наушники, чтобы мне было тебя лучше слышно. Давай. А я их сейчас не надену, как я их надену. Ладно, пофигу, без них. Короче... Подожди, Йось, я не знаю, мне, наверное, телефон как надо поставить или как сделать-то? Да, разумеется, я думал, ты уже подготовилась. Да подожди ты, господи, боже мой. Так, ну, допустим, да. Так, меня слышно хорошо? А почему многие пишут, что плохо слышно?
Так, давай сделаем скрин на память, Йось, пока мы готовимся. Давай сделаем скрин на память. Сейчас, еще раз. А там у них... Нормально. Сделала? Отлично. Так. Так. Ну что? Подожди, что мы должны были... Что мы должны были подготовить? Ты что, сейчас все подготовим. У тебя есть секундомер? А то у меня нет с собой. В смысле? Нет, у меня на телефоне. А, ну, часы-то там есть у тебя рядом? Нету. Что, вообще ничего нету, мать? Ну ты как так? Как мы будем время-то отсчитывать? Да просто кто быстрее выпьет и все. Это называется дилетанты, блядь. Короче, у тебя готов литр воды с тобой? У меня готов. Да, у меня готов литр воды, он у меня в трех стаканах, но это ровно литр. Эй, так нечестно. Но у меня стаканов удобнее пить. Но у меня нет бутылки, Йось. Да ёперный балет. Ладно, хорошо. Просто я думал, понимаешь, за минуту там можно было хотя бы рассчитать, а так я все не выпью. Нет, Йось, надо просто, кто быстрее выпьет воду, и все. А, то есть ты была на сушке, ничего не было. Хорошо, тогда на счет три. Так, давай. Друзья, задание первое. Кто быстрее выпьет воду? Точнее, кто проиграет в данный момент и не успеет выпить воду за минуту, тот будет исполнять задание. А задание какое? Насувать в рот туалетной бумаги и рассказать стихотворение. Ну, можно четверостище. Вот так. Готовы? Ладно. Поехали. Блин, раз. Я выпил это токамаки, теперь это сейчас нужно это сувать себе. Давай, раз. Подожди, дай выдохнуть. Да. Тебе нужно подальше сесть. Ой. Ну, Йося. Да, подожди, нужно же. О. На счет три. А раз. Сидя? Я сидя. Блин, стоя лучше зайдет. Ну ладно. Давай, один. Два. Два. Три. Три. Погнали. Бля, сейчас сдохну. Сука! У меня еще осталось. Я сейчас блевану. Можно я уже не буду допивать, я лучше расскажу стихотворение. Подожди, сейчас дай. А ты реально литр выпил? Ну? Подожди. О. Фу, как мне плохо. На Сашка смотрит. Сашка, привет тебе большой от меня. Она контролирует. Танка. Ой. Так. Мать, ну что, давай, суй тогда в рот туалетной бумаги. О, бумагу принесла, это хорошо. Слушай, кстати, на карантине не зря запастись бумагой, можно ее эксплуатировать в разных ситуациях. Это правда. Так, и что я рассказываю? А я не знаю. Ну, расскажи четверостишье. А, стихотворение какое-то, да? Да. Можно? Ну, у тебя и рот. Главное, чтобы было понятно. Я не помню, какого стихотворения. Я не знаю, любое. А, можно басню? А? Басню. Давай, только глубже сунь, чтобы было понятно. Как раз разработаешь дикцию. Вороне как-то вов послал кусочек сыра. На ель ворону взгромоздясь, пожалуйста, критосему в голос ввалась. Да ты задумалась. А так. В арфу бежала. На ту веду лиса близёхонько фиша. Вдруг сын везут лицо остановил. Ты её хочешь съесть? Всё, Йось, хватит надо мной издеваться. Фу, меня, чтобы ты понимала, теперь я не могу пить нормально. Блин, у меня куски бумаги во рту, о чем ты говоришь? Фу. Отлично. Так. Можно немножко... Как у вас там дела? О, дела как в сказке, как говорится. А где твой?
А, в комнате сидит. А чего не показывается? Он занят. Он работает там за компьютером. А, работает. Что, один за компьютером, что другой? Да. Так. Ну. Еще идем дальше. Так, что у нас дальше по плану? А ты обратил внимание, что я наряд подбирала под твой остров? Я так понял, что ты устала сидеть дома, и нужно... Это правда. Нужно платье надеть. Да, это правда. Первый раз за месяц я накрасилась и оделась. Ты серьезно? Да. Ну, тогда придется твой майкап как-то подпортить. Не, подожди, Йось, не надо ничего портить. Ты права, да бог уже попортил. Ладно, идем дальше. Давай. Так, а что у нас было дальше? Дальше надо изобразить... Что? А, да. Значит, нужно, смотри, насколько я знаю, да, у женщины испытывают оргазм по-разному. Ой. Кто-то громко, кто-то делает тихо, кто-то вообще его пытается Как тебе пришло в голову такое задание? Объясни мне. Слушай, ну это, как говорится, увидел подругу и пришло задание. Вспомнил, что она живет одна. Ты о ком? Не важно. Как, короче. У меня еще есть такой банк. Вот отлично. Может быть, сегодня кто-нибудь тебя купит. Короче, тот, кто не выполнит задание, либо выполнит его плохо, а решать это будут подписчики, либо мы, будет отжиматься до последнего. Я не умею отжиматься. Давай в планке стоять. В планке, на локтях. Я думал на подбородке. Ну, короче, как мы будем... Короче, начинай. Подожди, нет, давай ты первый, я не знаю, как это... Да я не буду первый, это слишком, давай ты первая. Не, Йось, я пропускаю тебя вперед. Не, я не иду. Давай, Йось, покажи мне мастер-класс, а я уже за тобой. Да я не иду, Ром. Я не иду, Ром. Я же не знал, я не иду. Все знают, что меня отпустили. Рома, привет. Ром, тебе привет. От Аленки. Да меня отпустили, господи. Короче, я тебе уступаю. Надо изображать. Просто голосово, да, я изображаю? Да? Ну, слушай, если ты хочешь имитировать, это как бы твое право. Нет, я просто не могу. Закрываю уши. Нет, я просто не могу на тебя смотреть в этот момент. Понимаешь, ты меня смущаешь. А, нет, не смотри, ты можешь отвернуться. Представь, что там Леша стоит. Мне кажется, надо было выпить все-таки. Леша сейчас не поймет, он просто выбежит и как бы ударит меня и узнает, что я еще с тобой. Он выбежит и скажет, а почему ты так со мной не испытываешь оргазм? Если ты, конечно, дебил, просто задание у тебя на миллион. Не, хорошо, можно придумать другое задание. Да ладно уж, давай это. Поехали. Я показываю. А, это... Я показываю. Ты смотри, пойми, для чего это. Многие просто... А, все началось. Я повернусь спиной. Хватит, пожалуйста, это слишком пошло и ужасно. Это ты придумал, Йося. Это ты придумал, это твое было задание. Твое, я ничего не придумывала, это все твое. Ужас, мне прям стыдно стало. Давай, теперь ты. Короче, я сдаюсь, и я предлагаю просто мне встать в планку и стоять. Нет, Йось, так нечестно, такого не было уговора, иначе я потом сдамся в другом, как бы, это, конкурсе. Блин, ну нет, ну я не могу, хорошо. Йось, ну перестань, не позорь, а вообще, ну, не позорь. А как? Страну не позорь. Мужчина, ты что, петух какой-то? Ты что, как кукуреку какой-то? Мужчины обычно не стонают. Они либо чихают. Не стонут. Либо плачут. Либо смеются. Ну давай уж заплачь или что-нибудь, не знаю.
Йось, ты заплакать? Актер или как вообще? Вот ты гадина. Ну, короче, Оганесян, ты проиграл. Давай вставай в планку. Надоел. Давай вставай в планку. Так. А пока я встаю в планку... Ой. Давай, давай. Ты можешь... А долго стоять? Сколько? Пока минуту стой. Что я могу а пока? Кто засекает-то? Пока я засекаю. Ну, блин, просто расскажи, как у вас там обстановка, как у вас, не знаю, настроение. Обстановка... временами меняется. Иногда хорошо, иногда плохо. Бывает такое, что может приехать полиция и всех разогнать. Как бы нас вообще не закрыли здесь. О. Да ты чё? Не, ну как? Да, ну то есть мы не выезжаем уже на съемки за пределы острова, то есть нельзя, потому что разгоняют. Тут свой определенный режим. Ёж, кстати, реально майку чуть-чуть подними, не видно, что ты в планке стоишь. Вы издеваетесь? Люди пишут, подними майку, реально. А как мне ее поднять? Блин, я не знаю. А, вот, ну так. Эй, ты не... Ну давай, давай, да, вот так, погнали. А ты на коленках? А, вот, теперь правильно. А, ну теперь ты мне не можешь ничего рассказывать, ну ладно. Говори ты тогда. Блин, ну а что сказать, Йоси, мы сидим дома, мы месяц дома уже, как бы, все, и я не знаю, насколько это еще продолжится все, и как бы, веселого мало. Ты можешь рассказать какой-нибудь самый смешной случай, где тебя избили, либо где на тебя вылили жидкость плохую? Избили? Йоси, что ты вообще несешь? Мне плохо, я устал стоять. Ну ладно, ты уже постоял минуту, ладно, молодец, так серьезно? И быть. Ну серьезно, да, молодец. Прям минуту? Фу. Так, ну что дальше, какой дальше у нас конкурс? Дальше нужно выдохнуть. Ну давай выдохнем. Я пока водички попью, у меня благо осталось. Олег, ты понял, да, про что я говорю? Вот, друзья мои меня понимают. А что там? Ну, тут в прямом мой друг, он понял, что я имел в виду. Короче, идем дальше. Самое интересное, значит, так как батлов очень много, сложно придумать что-то новое, но все возможно. Поэтому я придумал что-то интересное, не знаю, получится или нет. За минуту нужно будет, или минуты много. А что нужно-то? Есть туалетная бумага. А, в мумию обернуться? Да, и сейчас мы будем проявлять фантазию. Нужно будет за минуту обернуться в мумию. А тот, кто в мумию за минуту не обернется, окажется в муке. И вот так, блин, мой майкап попортится. Вот мука, это очень плохо, потому что вся квартира будет в муке. Йос. Ну, Ален, тут никто не виноват. Ну ладно, короче, давай так, вот сейчас, когда у меня будет ровно 19 минут, мы начинаем и будем... А как я пойму, что это там, может, мухлевать? Не-не, ну я тебе честно скажу, ну ты же тоже на время можешь смотреть. А где я время увижу там? У меня на телефоне наверху. А у меня не видно. Ну, короче, давайте скажу, пока еще у меня 18. Давай сделаем по-другому, давай кто... Первый обернется, кто ты выиграл. Ну давай, ладно, давай кто первый обернется. Так, давай сделай так, чтобы мне тебя было видно. Так, сейчас я немножко разверну. О! Так, обернем, значит, полностью с ног. Вот, готово? Да! На счет три, мать! Давай! Раз. 2, 3, погнали! А я... Можно что-нибудь добивать в этот момент? Порвалась, забраться! Ай, блин, у меня рвется она!
самое дешевое. Эй! Конечно, она покупала там дешевой бумаги и нормально есть. Ёсь, ты, у тебя пробелы очень большие. Мать, у меня бумага плохая. Ты там так стараешься, я смотрю. Да. Ёсь, у тебя реально очень большие пробелы. Заполняй их. Господи, кто как бумагу переводит, а? Блин. Все, Аганесян, я выиграла. Ты серьезно? Черт! У меня закончился рулон. Так сфотографируй интересно. Меня, сделай скриншот. Йось, сделай скрин. Ты завис. Я пытаюсь подойти поближе. Все, сделал. Ура! Все? Да, давай, Йось, теперь ты должен в муку окунаться. Я понимаю, что ты решила запастись бумагой, купила самую дешевую. У меня дорогая. Она рвется, понимаешь, как хорошо? С ароматом. У меня отличная бумага оказалась. Вот что мне с этим делать теперь, а? Вот что? Так, ладно, хорошо, меня? Я проиграл. Вот мука. Вот мое лицо. Давай. Фу, мне жарко стало. Это чтоб вытереться. Вышла жена, говорит, Йося, батл мне нравится, хочу с тобой. Так. Танька, привет! Стань, можешь мне помочь? Ты должна мне в лицо. Стань, измажь его всего просто в муке, сейчас, Саша. Сейчас мне жена в этом поможет. Сашуля! Привет, Жак! Короче, сейчас привет, мне жена, чтобы я оказался в муке, она на твоей стороне. А мы с ней вообще всегда заодно. Ну, давай. Не, в лицо прям суй мне. Да, Йось, ну ты чё, блин? Да в лицо тарелку. Я в лицо и собиралась. Да ну тебя. Она решила меня полностью в муку. Красотка, Саша, ты красотка. Это, как говорится, за все плохое. Ура, мне мука не пригодилась, ура. Зараза, так не... Та-ра-та-та-та-ра-та-та. Ну, а вот и бумага пригодилась. Блин, теперь мыться. Фу! Сложноватенько. Ничего, нормалек. Ой. Хорошо, можно и это пригубить. Да, давай. Блин, я так хотел, чтобы ты себя мукой. Я знаю, что ты об этом мечтал, поэтому я очень старалась себя обмотать нормально. Да, я так и понял, что ты подготовила прям плотную бумагу. Я, сука, об этом не подумал даже. Фу. Какая была, такую подготовила. Так, ну что, идем дальше? Давай. А дальше у нас... Значит, для этого нам понадобится граненый стакан. У тебя такой есть. Я тебе прислал по почте. И 3 яйца. А я вот не понимаю, что с ними нужно делать. Объясни, пожалуйста. 3 яйца у меня есть. Смотри. Мы ставим бокал. А, надо воду налить в него? Конечно. Подожди, я воду всю выпила. Блин, а я тоже. Ну ладно, мне чуть-чуть есть. Ой, уйди ты. Так, и чего? Смотри.
Нужно, значит, налить воду. Вот она, вода. И нужны 3 яйца. Отлично. Okay. Кто больше попадет, значит, расстояние, ну, не знаю. Вытянуто руки. Мы будем бросать их? Есть совсем... Расстояние вытянуто руки. Подожди, а как так, я только... сделаю, чтобы это было видно? А ты поставь, как я. Сейчас я поставлю, покажу тебе. Я тогда на пол поставлю. На пол? Да. Так, на расстоянии вытянутой руки. Да. Так, окей. Вот, кто из нас больше попадет, тот выиграл. Кто меньше, тот проиграл. А самое главное задание какое? Кто проиграет, разбивает яйца, оставшиеся об голову. Йось, то есть надо просто попасть в стакан, да? Да. Это перевод яиц, между прочим, перевод. Слушай, тебе и похудеть не помешает, давай. А давай, ну, может, давай. Стакан без... Йось, а может, стакан без воды лучше, чтобы яйца... Или нет? Зачем вода? Чтобы они не разбились сразу. Не спрашивай, я тоже не знаю. Давай просто делай. Покажи, что у тебя стакан на вытянутую руку. Ты первая это делаешь, потом я. Давай одновременно. Не, мы так не уследим. Давай ты первая. Так а я на вытянутой руке, я прям почти достаю. Нет, бросай, в смысле бросай вот так, да. Я попала. Я видел. Раз. Эй, ты там близко положила, что ли? Нет. Я 3 попала. Что за херня? Так нечестно. А бумага пригодилась мне вот для этого. Блин. Давай, Йось, теперь ты. Я за тебя, блин, только яйца перевела. Может, что-то как-то не так придумал? Ну, может быть, Йось, не знаю. Ты готова? Да, давай. Тут реально как-то мало. Давай, давай. Все понятно, Йос. Эй, это не считается. Нет, Йос, это считается. Ну, блядь, что за херня? Йос, это считается. Давай, давай, милый. Ты уже все, промазал одну точку. Так, молодец. Ну, одно разбивай об голову. А, прости, пожалуйста, а у тебя все яйца попали чисто? А, разбились тоже? Блин, ну блин! Я в муке! Сейчас ей в яйца как суть. Ну, Йось! Я ненавижу тебя, я для тебя эти задания делала, не для тебя. Ну ты все задания для меня придумал, в итоге как бы что? Сука, ну последнее по-любому проиграешь ты. Ладно. А я уж не помню, ну ладно, давай. А, последнее помню. Ну давай, разбивай. Раз, два... 3! Я так не... Фу! Что за издевательство над мужчинами? Мне телефон падает. Так. Вот мать. Ох, как я рада, что я не испортила ничего с собой. Сука, я ненавижу. Почему именно мне это досталось? Не знаю, Йось, не знаю. Фу, мне нужно дух перевести. Давай, убивай. Я понимаю, что ты оделась красиво и подготовилась, но, блин. Ладно, осталось последнее задание. А что там нужно было сделать? А, крокодил. Да, точно. А кто будет загадывать слова? Нет, никто не загадывает. Я сначала показываешь ты мне, там, не знаю, что-то, да? Я должен отгадать на время. Если я не отгадываю, переходим на меня. Поняла? Давай с тебя начнем, потому что и так я постоянно начинаю первое. Окей. Нужно время засечь. Так,
Саш! Она вышла. Так, ладно, короче, тогда засеки время. Блин, а как я засеку время? Подожди, надо как-то время засечь. Сейчас, подожди. А можно телефон сохранить? Сколько лет? Так, друзья, ну что, как вам нравится, нравится? Что вы скажете? Я спрагиваю на все конкурсы. Куда нажимать? На play? Так, Йоси, я принесла так. Секундомер. Нельзя было его сразу принести? Так было веселее. Так, и что, за минуту я должна отгадать, что ты показываешь? Сейчас. Готова? За минуту я угадываю, что ты показываешь, да? Да, я показываю. Давай, раз. 5 секунд. Два. Все, готово? Да, давай, раз, два, три. Поняла? Палка, спичка, что? Я сверху не вижу, Йос. А сверху не нужно, я образ... Ты вот так складываешь руки? Ты ныряешь? Домино, домино, домино. А? Домино. Какое домино, ты чё? Ну, типа падают, знаешь? Ну и чего? Что, не понимаешь? Это очень нет. Простой. Ну ты падаешь, Йоси, я не знаю, ты палка. Палка падает. Ну не упала. Не валяшка. Даже подписчики уже отгадали. А мне, я не вижу, что там кто пишет. Еще раз. Смотри, давай ты отгадывай. Все, у меня уже минута, все, минута закончилась, Йоси. Ну блин, ты даешь, самое легкое загадал. Что это было, объясни мне. Это была падающая башня. Падающая башня? Да. А, Пизанская? Все отгадали. Пизанская, что ли? Да. Пизан было стоять, а ты падал, Йось. Да как я буду так стоять? Ты что, издеваешься, что ли? Пробую. Короче. А смысл мне тебе загадывать? Я уже могу исполнять тогда это, наказание. Я не против, исполняй. А какое наказание? Ты идешь в ванну. Здесь можешь попросить Лёшу и в одежде, и во всем майкапе под душем поешь песню свою любимую. Можешь мою, кстати, спеть? Я не против. А, хорошо. Никто не говорил, Ёсь, что надо включать воду, так что я могу пить под таким душем. Нет, вода нужна, так неинтересно, давай. Ну я не буду на лицо лить. Мать моя, ну простите, я тоже весь не пойми в чем. Сейчас пойду мыться в принципе. Ну Ёсь, ну это вода. А я мужчина в яйцах. Платье могу намочить, но голову так, чуть-чуть. Давай, а ты можешь попросить Лёшу, чтобы он тебя снял? Не-не-не, не буду его просить. Ну давай тогда, мы тебя слушаем, мы все во внимании. Я еще петь должна? Конечно, это караоке. Ты как думала? Давай заказывай песню. Давай мою песню, я же сказал. А ты не знаешь, да, мою песню? Она так красива, ее, меня пленят ее глаза. Подожди, вода холодная. Смотри, можешь петь любую песню на самом деле, какую ты захочешь. Нет, я твою буду петь. Хорошо, давай. Так, поехали. Раз, она два, так красива, три. Меня пьянят ее глаза невыносимые. Часы разлуки без тебя. Она так красива. Да-да-да-да-да-да. Мы неделимы. Я девушка. Я вся мокрая, Йося. Ну, теперь мы в расчете. Кошмар. Батл есть батл. Ну да, согласна, ладно. Я конкретно... Блин, я просто... Мне очень противно в этой мокрой одежде. Фу. Ну что, дорогая моя. Шо? Я был рад
сегодня с тобой батлить. Мне кажется, это было прикольно, весело, и друг друга увидели. Согласна, я тоже очень рада, и рада тебя видеть, и вообще. Все, обнимаю, целую, Лёше, привет. Целую, привет, пока, привет. Пока. Все, пока. Пока.